Здравствуйте, дорогие любители искусства! Мы с вами находимся снова в залах Санкт-Петербургского союза художников, где проходят замечательные выставки мартовские, весенние. Сейчас мы наблюдаем за набросками, которые проходят среди выставки под названием «Полиреализм». Под этим названием группа художников выставляется уже не первый год. Это и живописцы, и графики. И вот они проводят такие мероприятия, как зарисовки. Они рисовали и обнаженную модель, а сейчас пригласили замечательную балерину, которая им позирует. Ну, для художника наброски – это как зарядка для человека не рисующего, чтобы была легкая рука, чтобы она владела карандашом, кистью. Поэтому для художника это очень важно. Ну а рисовать балерин, который, как известно, своей грацией, пластикой, ну, это любили делать многие художники. На самом деле принять участие в такой зарисовке мог любой желающий. Или понаблюдать, что тоже довольно интересно. Но мы переходим в следующие залы, где проходит выставка под названием «Цветы и фрукты». Здесь участвуют несколько художниц, которые пишут маслом, акварелью. И выставка посвящена, как вы поняли из названия, натюрморту. Это цветы, фрукты, различные композиции. Очень весенняя, приятная выставка. Эта выставка называется «На солнечной стороне», и она проходит 13-й раз. Здесь художники различных направлений – это живописцы, графики, керамисты, скульптора. Как вы видите, это в основном реалистическое направление. Художники, которые любят пленэр, и недаром такое название у этой выставки. И во время этой выставки проходят вот такие мастер-классы, но это скорее демонстрация, да, демо-классы, когда художники пишут цветы прямо вот здесь в зале при зрителях. Пожалуйста, приходите, посмотрите, как происходит. Можно задать какие-то вопросы, понаблюдать. Это довольно интересно. Профессиональные санкт-петербургские художники. Ну, вот так видят, проходят вот эти залы. В выходные дни, конечно, народу побольше. Но я была уже в будний день ближе к закрытию. Народу было немного. Прекрасные пейзажи. И не только пейзажи. Поэтому приходите. А если вы художник, то узнавайте, какие выставки проходят, и участвуйте. Есть группа ВКонтакте, которая так и называется «Санкт-Петербургский союз художников». Там много информации. Отдельно есть группа у выставочного зала, называется «Санкт-Петербургский союз художников выставки». Постараюсь ссылочки оставить где-то под видео, если кому интересно. На все мероприятия во время вернисажа вход бесплатный, а уже когда выставки проходят, покупается единый билет на первом этаже, и вы идете смотреть любую выставку, можете смотреть любой мастер-класс, есть льготные категории. Приходите. И напоминаю всем любителям искусства, что на первом этаже открыта галерея, где можно купить работы художников в подарок или себе для интерьера, где вам могут что-то посоветовать. Это и керамика, и живопись, и графика. Поэтому приходите, смотрите, покупайте работы художников